В саду университетской школы появилась новая аллея плодовых деревьев. Как прошло преображение сада, узнаем в следующем сюжете. Школьники вместе со студентами и преподавателями Елабужского института Казанского федерального университета высадили в саду университетской школы яблони, груши, сливы и вишни разных сортов. Кроме того, ребята восстановили хвойную аллею, которая пострадала из-за засушливого лета. Часть молодых елей ребятам пришлось пересадить заново, а в следующем году пришкольный сад пополнится и плодовыми кустарниками. С 1 сентября 2021 года в школе реализуется программа по усилению биологической составляющей учебного процесса. Именно в рамках этой программы проводились сегодняшние работы. То есть мы обучали детей, как правильно посадить плодовые деревья на территории будущего фруктового сада. Сегодня мне предоставился такой шанс посадить несколько деревьев в нашей школе. Чувствуется, что оставил частичку себя, чтобы потом через 10 лет, когда приду, можно было бы взглянуть на уже большой дивный сад. Высадка новых деревьев – это лишь часть новой программы Казанского университета по биологизации, образованию, утвержденной ректором Ильшатом Гафуровым. В рамках этой же программы на территории школы в скором времени появится теплица, в которой школьники и студенты Елабужского института смогут вести проектную исследовательскую деятельность. Она будет связана с различными технологиями выращивания растений. Также здесь будут развернуты оранжереи с постоянным поддержанием климата и гидропонные системы, которые необходимы для беспочвенного способа выращивания на основе питательного водного раствора. Джамини Баева, Айдар Нурмиев, Универньюз.